Друзья, всем привет! Раз такая тема пошла по обзорам, значит, я тоже сделаю рубрику «Обзор». Будет на канале отдельные плейлисты по обзорам снаряжения. Приобрел вот такую штучку. Увидал на канале крымчанин. Что-то подумал, надо мне тоже такой прикупить. Вот все-таки посылочка пришла. Маленькая. Сейчас мы померяем, сколько она. Так, где линейка? Бочонок. Ну, два. Нет, не там меряют, ёбка. 2,5, 2,4. Но если вот с этой штучкой, то 3. А в диаметре 12. Кто догадался, не догадался? Это зажигалка мини. Долфин фирма тут какая-то. Открываем. Колечко резиновое здесь. Все замечательно. Оп, она бензиновая. Шприцом сюда заливаешь, закачиваешь. Винтик вот здесь находится. Тут кремень поменять. Думаю, обзор не надо большой делать. Что тут? Малюсенькая, конечно, малюсенькая. Но прикольная. Оп! Вот такие дела. Прикольная штучка. Так что вот. На брелке. На ключах, как брелок. Отличная. Ну все, вот на этом, в принципе, и все. Что могу еще сказать? Прикольная, маленькая безделушка. Стоит недорого. Подвесное колечко. Я повесил на ключи от машины. Пускай будет. Ну, не это, небольшая, прикольная, маленькая, конечно, вещичка. Легенькая. У меня весов нет, я не могу взвесить, сколько она весит. Так что вот такие дела, ребята. Спасибо за просмотр, подписывайтесь. Ну, поставьте там что-нибудь, лайк, дизлайк. Как не то, поддержать надо. Всем спасибо и пока.